В Клайпеду? Угу. Подвезешь? Сэск. Предъявите документы, пожалуйста. На груз документы. Пузо втянуть. Попытайся веревки ослабить. Давай. Надо как-то выбираться. Пока мы тут дуба не дали. Куркулей проклятый, чтоб вам. Сдохни тут, ни одна сука не остановится. Отец. Вручай. Машину нас угнали. Напарники сбили. Довези до ближайшего города. Да-да. Садись. Пешком мы не дойдем. Давай. Вставай, Иваныч. Вставай. Что делается? А что делается? Не люди, а звери стали. Давай. Итак, за последний месяц это уже третья фура. И опять пострадали россияне. Бандиты работают вовсю. Что ты на это скажешь? Мы тоже работаем, но, к сожалению, не так профессионально. Самокритика — вещь хорошая. А ты считаешь, что тут работают профессионалы? Пока не знаю. Но мне звонил Щукин, у них там не только фирмачи, но и их крыши зашевелились. Думаю, наши группировки не стали бы искать приключений на свою голову. Скорее всего, дилетанты. Но как их ловить?
Выстроить полицейских по всем дорогам каждые 10 метров. Ну ладно, грабителей трудно найти. Но вот тебе другой вопрос. Куда сами фуры исчезают? Что ты мне тут руками разводишь? А что я могу сделать? Если не справляетесь, подниму внутренние войска, будем всю Литву прочесывать. Только мы с тобой в этом случае будем не нужны. Если бы фуры держали в Литве, мы бы хоть одно обнаружили. Скорее всего, их переправляют в Беларусь или в Калининград, а там их искать уже бесполезно. Может и так. Но искать все равно надо. Этими грабежами уже министерство заинтересовалось. Российские дипломаты пока, слава богу, неофициально выразили свое недовольство. Господин главный комиссар, а что если российских коллег привлечь, организовать совместную операцию? Нам бы Щукина сюда. Он помог бы и с розыском фур, если их все-таки за границу переправляют, и информацию оперативнее получали бы. Может и так. И перед российскими дипломатами легче было бы оправдываться. Ну что, все? Все, шеф. Ничего не забыли. Если что, забыли, вплавь достать. А! Узнали что-нибудь про тех деятелей, которые без спросу на моей территории работают? Те, которые фуры бомбят? Нет. Те, которые в школу ходят. Да узнаем, шеф. Подключили всех, кого смогли. Найдем, куда они денутся. Фура не иголка, все на ней спрячешь. Ты изредка хоть газеты читаешь? За месяц 3 фуры с начинкой спрятали. Найдете, сразу ко мне доставляйте. Есть о чем поговорить. Ну все, бросай конец. Какой конец? Отчаливай! Мама, здравствуй. Нет, работаю. Работаю, да. Ну что ты переживаешь? Ну говорю же, работаю. Добрый день. Привет. Что это? Бананы. Очень хорошо, дай один. Правильно, Боженька велел делиться. Что, опять фура? Чья на сей раз? Русские. Шли в Москву из Германии, везли бытовой химии на 200 тысяч баксов. Третья фура за один месяц. С ума можно сойти. И снова транзитники. Весь городоправ. Когда генеральный комиссар увидит справку с анализом преступности за последний месяц, всем достанется. Все, концентрируемся на фурах, все остальное подождет. Могу порадовать. Увеличен лимит топлива на месяц. И все? Все, а ты что хотел? Ящик бананов? Головой работать надо. Насчет головы я не спорю, но так можно очень долго работать. Сколько надо будет, столько и будем работать. Думаю, квартиру купить. Или еще лучше, домик где-нибудь в красивом месте.
Автосервис открою, машинами займусь. Люблю это дело. Как думаешь, у твоего родственника все в порядке? Посмотрим. Интересно, толкнул он ту фуру? Должен был. 3 дня уже прошло. Первые 4 он ведь нормально сдал, без проблем. Говорит, самому и делать ничего не надо. Шурин из Калининграда приезжает с кем-то, деньги оставляет, а фуру прямиком через границу гонит. У него там надежная дыра. Хотя, разве это деньги? А тебе мало? Ну, сам посуди. Один тягач сколько стоит? Вольво, новенький. Это же не машина, а сказка. Плюс груз. Все вместе на 500 000 зеленых тянет. А нам всего по 15-20 тысяч отваливают. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Ты один? Как всегда. Йо, фанцы. Что? В дерьмо вляпался. Ну ты скор. Ну черт, новые ботинки. Ты что, коров во дворе пасешь? На лугу нет места. Не надо в новых ботинках в деревню ездить. Здравствуй, Казис. Здравствуй. Может, зайдем? Куда он пойдет такой? Здесь поговорим. Бабки привезли? Бабок хочешь? Вон у соседа по двору 3 ходят, выбирай. Казис, нет времени шутить. А я не шучу. Нет денег. Как это не понял? Нечего и понимать. Нет, и все. Я позавчера ждал человека, он не приехал. Вчера я сам позвонил. И что? И ничего. Говорит, не нашел покупателя. А у себя держать фуру он не собирается. Зачем ему это? Я, кстати, тоже. Что за фокусы? А когда он сможет забрать фуру? Говорит, через месяц. Он за границу уезжает. Когда вернется, тогда и займется вашей фурой. Только я вас предупреждаю, так долго я не буду ее держать у себя. А вин из-за нее не откроешь, издалека сверкает, а ко мне соседи заходят. Хорошо, а мы куда ее денем? Это уже ваша забота. Я же вам твердо ничего не обещал. Получится — продам, не получится — не обессудьте. 2-3 дня я ее подержу у себя, а потом не в защите. И куда ты ее денешь? Да вывезу ночью на трассу подальше от усадьбы. И пусть менты ее находят. Но ты это брось. Не бойтесь, я стреляные отпечатки сотру. А выезжайте, пока кто-нибудь вас тут не увидел. Ладно, Казис. Давай договоримся. Слышишь? Если послезавтра вечером мы с Ролкой не появляемся, вези фуру на дорогу.
него есть что-нибудь? Жизнь есть. Ну, Диман, ты молоток. К очкарику какой-то фраер приходил. Фуру предлагал. Очкарик ему стрелку вечером назначил. Ну, сделал все, что надо. Все в порядке. Ну, берешь товарчик. Тихо, базар есть. Не рыпайся, базар есть. Пошли. Жить хочешь, блядь, быстро! Да я же его знаю! Точно знаю! Это же бывший мент-дорожник. В натуре? Да, он у нас в клабе работал. Потом исчез куда-то. Что молчишь, курва, а? Что молчишь? Будто тебе в рот насрали, а? Ой, молчи, молчи. Молчи, мент. У боцмана заговоришь. Одинокий пидормен без друга своего. Ментовская шкура. Эй. Креветок хочешь? А к креветкам? Нет? Ну, как хочешь. Кто я, знаешь? А ты, значит, мент. Был раньше. Не. Бывших ментов не бывает. Почему ушел из ментовки? Посадили. Полтора года сидел. Ничего себе. Этот мент на зоне был, а мы не знали. Ша-ша-ша-ша-ша. У них своя зона ментовская. Там его не достать. А за что посадили? Хочешь, я сам угадаю? На взятки попался. Хорошо. Есть еще на земле, правда. Если и вас, гнид, иногда мордой в говно тыкают. Ладно. У меня нет ни времени, ни желания с тобой базарить. Фуры на дорогах, твоя работа. Говори, козел! Да, братва. Он без формы говорить не умеет. С кем работал? Не вздумай, не вздумай туфту. Гнать, пожалеешь. Кто еще с тобой? Сколько у вас человек? Двое всего. Точнее, будет сказать, что... Не он со мной, а я с ним. А мне похер, кто из вас пассив, а кто актив. Это дело ваше. Ну, чего молчишь? Продолжай. Он тоже из наших. В смысле, из полиции. Бывший криминалист. Комиссар-инспектор. Мы с ним сидели вместе. Я полтора года, он четыре. Кто такой твой этот комиссар? Кто комиссар, я спрашиваю? Вайда Сенкавскас. Что-то не припомню, кто такой. Он раньше в Вильнюсе работал. Не здесь. Сам он. Ой, из этих мест. Дай подумать. А где живет твой этот Вайдас Янкаускас? Где? В Шилуте комнату снимает.
Этот козел где живет, выяснили? Выяснили, шеф. По техпаспорту там адрес. Там его мама и папа обитают. Вот видишь, мент, как надо работать. Значит так. Сейчас мои пацаны тебя отвезут так на 300 метров. И отпустят. Ну, чего ты дрожишь? Боцман сказал, значит, отпустят. А ты этого криминалиста долбанного найди, чтобы он завтра ко мне явился. Понял? А то я в Щелуте не поеду. Лень мне. Скажи, боцман дело предлагает. Но если он не явится, у тебя, наверное, мент, а родители старенькие. Жалко будет, если что-нибудь случится, правда? Просек? Этого козла мы все равно найдем. А теперь иди отсюда, креветка долбаная. Каускас, Пайдас. Ты хотел меня видеть? Очень, Мария, очень. Да, на тупого своего дружка ты не похож. Ты именно это хотел мне сказать? Что хотел, то скажу. Ты только крутого не здесь не изображай. Я про тебя и так много знаю. Слушай, Линкаускас, кто надоумел на трассу выйти? Ну, жизнь заставила. Да говори, говори при ней, она в курсе моих дел. Сколько взяли триллеров? 5. О! Куда девали? 4 фуры, 1 человек в Калининград. Отослал. Потом куда-то исчез. Ну, а последние зависли. Я так и понял. Но шляться по Литве и искать покупателя — это то же самое, что объявление в газету дать. Щимкус перестарался. Я ему другие инструкции давал. И мне похеру твой Щимкус. Вдвоем работаете или еще люди есть? Вдвоем. Слушай, Дайва, у меня под носом ментовская бригада образовалась. А ты что, не знаешь, что в Литве свободных мест уже нет? Все уже давно поделено, переделено. Ну, ваш расклад мне прекрасно известен. Только я на твои точки не наезжал. И твоих грузов и машин не перехватывал. Да я вообще литовцев не трогал. А насчет своих бывших коллег-ментов? Ты что, не понимаешь, что после твоих акций всех моих людей дергать начинают, прессовать ментовки? Работа простаивает. Клиент напуган. Меня
убытки. Ну, волка боятся в лес не ходить. Интересно, кто это для тебя волк? Ну, если менты, их боятся особо не следует, но опасаться надо. Это во-первых. Во-вторых, если волк это я, то ты, Янковскас, должен и будешь бояться. Я тебе это гарантирую. Ну, ничего нового я не услышал. Минералка у тебя хорошая. Слушай, Дайва, а ведь он перед тобой хорохорится. Обрати внимание, мальчик старается. Зря стараешься, Янковскас. Красивым девушкам умные парни нравятся, а ты пока ничем не отличился. В общем, базарить больше не будем. Будешь работать, но конкретно на меня. Или? Или водку с чаем пили. Не въезжаешь, Янковскас. Не въезжаешь. Ладно, объясню. Хочешь отказаться, твое дело. Но в таком случае у тебя будут большие неприятности. Я вас через своих ментов под пресс пущу. Им же тоже иногда надо отличиться. А вы бывшие менты. А мента завалить не западло. Но только вот второй раз на свою ментовскую зону вы не попадете. Вы как все на простую пойдете. А там вашей судьбе, честно говоря, я не позавидую. Ты Бога будешь, Янковскас, молить, чтобы замочили поскорее. Не. А может, вас отдать московской братве, чьи фуры ломанули? Просек? Хорош базарить. Будешь работать по конкретным фурам. По деньгам не обижу. Эта сумма не обсуждается. Вот здесь, если посмотреть, то Плунге вокруг Кретинга, Щелуты, Таураги. И туда вот ведут эти все дороги. И что, во всех случаях почерк один и тот же? Да. Маячки, полицейская форма, все как положено. И никакой зацепки? Нет. Правда, водители говорили, что машина вроде бы похожа на Опель. Угу. Но в Литве таких Опелей маячок сняли и концы в воду. Лица не запомнили, ночь. К тому же форма мешает, все выглядят одинаково. Тем более пистолет в голову направлен. Похоже, что во всех этих случаях действовал один не тот же человек с родинкой на щеке. Во всех фотороботах это отмечено, а других примет нет. Ловушку будем устроить. Думали про это. Но ловушка эффективна тогда, когда хотя бы приблизительно знаешь, кого ловишь. Судя по грузам, налетчики действуют наугад, без наводки. Какие там были грузы? Римас, напомни. В первый раз, когда россиян накрыли, было мясо. Потом взяли эстонцев с грузом памперсов. И опять русские с польской косметикой. Последний раз взяли моющее средство. Да. Товар такой, что распихал по базарам, по толкучкам, да и поминай, как звали. Кстати, Йонас думает, что это работа местных. Почему? За границы Клайпедского региона не выходят. Значит, работают на хорошо знакомой территории. Грабит только транзитников. Ни один литовский трейлер не пострадал. Ну, это не удивительно. Иностранцы дадут полиции показания и уедут. А хозяева груза, трейлера получат страховку
и забудут про все, как про страшный сон. Так что не такой он и дурак, этот ваш корсар. Почему корсар? Кала, пираты делились на две категории. Корсаров и флебустьеров. Флебустьеры — это такие отморозки, которые убивали и грабили всех подряд. А вот корсары грабили только чужих. Особенно врагов своей страны. Понял? Читать надо. Прямо патриоты. Ну все, за работу. Тебе не надоело здесь сидеть? Давай поднимаемся ко мне в номер. У меня для тебя есть подарок из Италии. Ну, давай поднимаемся. Ну, если так, тогда я пойду, приведу себя в порядок. У тебя какой номер? 12. Я приду минут через 15. Постучу 2 раза, потом 3. Про подарок не забудь. Сам, 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 сам. Иди, давай, давай, сам. Давай, давай. Я сам говорю. Я сам, 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 сам. Спокойно, спокойно. Что ты? Давай спокойно. Подожди. Подожди. Залезай, залезай. Говорю, хватит. Латыши. Вольво. Итальянская обувь. Один молодой, другой в машине. Минут через 10. 12 номер. Да-да, прошу. Вы ошиблись номером. Молодой человек, вы ошиблись номером. Тут 12-й. Эй, ребята, вы ошиблись номером. Успокойся, успокойся. Да не ошиблись номером. У нас к тебе базар. Садись. Я сейчас не могу, я жду... Тёлку? Тёлка не придёт. План изменился. Но если мы договоримся, у тебя столько бабок будет, что любую тёлку купишь. Садись, говорю! Да садись! Не съедим же тебя! И не бойся, никто тебя не тронет. И чего вы хотите? Объясню. Наверное, знаешь, что у нас в Литве неспокойно сейчас на дорогах. Фуры пропадают. Слышал, конечно. А ты не боишься, что твоя фура тоже исчезнет? А в чем все-таки дело? Если вы хотите денег, то я предупреждаю, что у меня только командировочные и на топливо. Да ладно тебе. Я не думаю, что и за несколько центов стоит. Мы тебе хотели бабки предложить. Да большие бабки. 10 штук баксов. Усёк? Интересные предложения.
А что мы должны сделать? Ничего. Да. Почти ничего. Вы всегда останавливаетесь, когда вас менты тормозят? Конечно. Зачем нам неприятности? А едете через Шауля Йоничкис? Да. Вот хорошо. Вам надо будет только остановиться, когда вас остановит литовская полиция. А потом разыграть небольшой спектакль. Мы забираем фуру, вы получаете свои бабки. И все. Ну что, договорились? Да. Да, кстати, Алекс, за базар башкой своей отвечаешь. Если что-нибудь будет не так, я тебя и в Латвии твоей, и в Гондурасе найду. Шли. С вашей стороны все должно выглядеть натурально. Работайте как раньше. Не показывайте, что это представление. Один из водителей на самом деле ничего не знает. Если он дернется, я подстрахую. Да не надо нам повторять, мы не глухие! Мусор. Фары. Это они. Давай, пошли. Давай, 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 давай. Быстро, козел! Пошел! Пошел, пошел, пошел! Это в самом деле полицейские? Есть такое подозрение. Хотя пострадавшие водители ничего толком не сказали, все сходятся в одном. Никаких сомнений, что это не полицейские, у них ни на секунду не возникло. А на чем основывается их убеждение? Ну, говорят, форму носят так, как будто давно к ней привыкли. Жесты, манеры. Дальнобойщики всю жизнь на трассе. Народ наблюдательный, особенно в отношении полицейских. Логично. Может, и так. Правда, есть одна задумка. Слабенькая, но попробовать можно. Так, так. Шауляйцы прислали протокол опроса латышей. Там один водитель упомянул, что они остановились передохнуть в одном приграничном отеле. Ну, погуляли, выпили, а потом его напарник повел его в кабину трейлера спать. Илья молодец и говорит, зачем им останавливаться в мотеле? Чтобы спать в кабине? Оказывается, один из них снял девушку и попросил уступить номер. Так вот, я хочу разыскать эту девушку. Может быть, она что-нибудь слышала, знает? А может, сама задействована? Помню много случаев, когда проститутки в таких забегаловках работали наводчицами. Ну, ты прав, есть шанс. А что говорит второй водитель? Он-то должен лучше помнить, с кем проводил время. В том-то и дело, что он сначала ничего не сказал про девушку. Говорит, не помнит. Дескать, договорился, но потом она куда-то исчезла. Разрешите мне, я съезжу на место. Проветриться захотелось. Ну, давай, езжай. Ознакомься. Пошли. До свидания.
Пиво хочешь? Нет. Сердишься? Нет. А что я мог сделать? Ты же знаешь боцмана. Он на все способен. А если с родителями что-нибудь случилось бы? Я не сержусь. И не обижаюсь. Рано или поздно они все равно нас нашли бы. С другой стороны, может, это и к лучшему. И я так считаю. А что? Взяли фуру, отогнали за пару километров, и все. Да и с той застрявшей фурой выручил. Я согласен так работать. Конечно, ты согласен. Только не забывай, что нас с тобой попросту используют как гондоны. Натянул, трахнул и выкинул. Мы для боцмана были, есть и останемся ментами. Если что, он первый сдаст нас, не поморщится. Так что ты предлагаешь? Завязать и искать работу? Сначала бы бабок заколотить побольше. Завязать боцман нам не даст. У него, как я понимаю, свои планы насчет нас. Он не дурак, знает, что его дебилы никогда так чисто не сработают. Проколются. А насчет деньжат ты верно мыслишь. Но здесь нам все равно не будет покоя, в других краях Литвы тоже. Если не боцман, так другие бандюги достанут. Всю жизнь будут шантажировать. И что ты предлагаешь? Тебе? Ничего. Не маленький, сам за себя решай. Лично я, как только сделаю нормальные бабки, тут же слиняю туда, где меня никто не найдет. Смотри, у тебя клюет. Ну вот.